еще раз промыл бензином, продул сжатым воздухом, а грязный бензин слил, а новый налил. И это тоже надо бензин слить. Вот сюда вот. Ну там тоже побулькаю и промою. Ну вроде бы и все. Теперь нужно подготовить. Вот смотрите, что здесь лежит. Вот точно такое же кольцо. Я его оставлю здесь. Так, это все старое, все туда пойдет. А новое, вот смотрите, новое. Все будет устанавливаться. И вот здесь вот такая вот красотища. Вот просто красотища. Вот врать не буду. Но перед тем, как набивать, нужно вот эту вот штуковину туда установить. Я сейчас этим и буду заниматься. Буду какая она резиновая, кошмар до ужаса. Так, и теперь отвертка куда-то делась. Нужно туда подлезть отверткой и слегка приподнять, и все, отвертку вытащить, и само пойдет. Летело. Раз. И все там. Ее на место. Вот здесь она была. Вот здесь она была. Вот врать не буду. Вот. Вот здесь. Где я зачищал. Почему я поставил, чтобы туда больше пыль не попадала. Ну и так и надо делать. Теперь пальцы без какой-либо пыли. И теперь нужно забивать туда вот эту вот смазку. Она вот, смотрите, какая. И по бокам палец как бы сгибаю и в пустые места пальцем заполняю. Теперь можно вот таким вот образом прижать. В общем, смазкой заполняя пустые места снизу. Снизу воздух выдавливается, и смазка заполняет все эти подшипники. Ага, я чувствую, что все туда натолкал, а смазка вот отсюда не выходит. И опять снизу толкаю и как бы создаю давление. А вот смотрите, с подшипников стала выходить смазка. Это уже
Так, там еще пустое место есть. Видите, вот толкаю, прям толкаю пальцем, чтобы закрываю отверстие, чтобы вся эта смазка выходила со всех сторон. Вот закрываю. Там еще есть место. Так, раз место есть, значит, выдавливаю с тюбика, с нижней части, в верхнее положение, и опять туда давлю. И опять, вот смотрите, пальцем закрываю отверстие и выдавливаю, и смотрите, с подшипника все выходит. Пустого места там нет, то есть воздуха там нет. Это вот самое главное, чтобы там не было воздуха. Во, вот смотрите, видите, везде смазка. И вот с тюбика уже последняя идет. Ну, в принципе, и достаточно. Стараюсь вот здесь вот не марать. И вот это вот приспособа. Прям вообще хорошая. С пальца сдирает. Прям вообще классно. До того, ну, она пригодится, эта смазка, пусть она здесь и будет, а я палец уже буду протирать. Теперь вот смотрите, как получается, смазки там полно, как положено, я это, и теперь вот так вот установил и закрываю. Главное сейчас вот закрыть, потому что при стуке будет падать пыль и сыпаться песок. Вот смотрите, я закрыл. Теперь буду ударять. Все. Ха-ха-ха. Теперь вот смотрите, хомут, черт за ногу, никак не, и надо его подправить, чтобы он принял такое вот полукруглое положение, чтобы потом мне не мучиться. И здесь то же самое. Вот так вот сделать. Вот так сделать. И теперь, если колесо вращается, так, значит, мне нужно именно вот таким вот образом. Не так. Не так, потому что здесь, вот видите, вот будет цепляться травка. А именно вот таким вот образом. И теперь вот одеваю. Держу. И смотрите, сгиб, чуть-чуть загнул, помогаю, вот так, и вот получилось, как вот получилось. Теперь беру, раздвигаю клещи и начинаю стягивать. Вот, врать не буду.
Растягиваю. Можно одним движением, конечно. Раз и все. Что тут говорить? Все. Вот здесь. Видите? Торчит. Я сейчас сплющу. Вот так вот загнул туда. Во как получилось. Теперь там нужно сделать и опять устанавливать. То есть это просто делает. Так. Хомут тоже здесь закрепил, и теперь можно устанавливать вот эту ось, чтобы шлицы вот сюда зашли. Но это все делается легко. Но вот этот рычаг нижний, сейчас я про него сейчас расскажу, про этот рычаг нижний. Чтобы этот рычаг нижний не мешал. Вот здесь есть место. Вот он угол. Ага, вот этот угол, да. Вот этот угол. Я его вниз. Вот таким вот образом. Вот так делаю. И он не мешает. Вот таким вот образом. Раз. Руку туда завернул и рычаг вот такой вот делаю, отвожу, и там делаю такой вот поиск. Поднять надо. Вот все попал. А почему вот этот рычаг я таким вот образом делаю? Там сейчас я вам покажу. Там, смотрите, вот эта шаровая, она должна встать вот сюда. Таким вот образом я двигаю. Так, сила, да? Вот таким вот образом двигаю, и вот эта ось со шлицами она заходит, и вот эта шаровая она как бы легко потом с помощью вот этого вот рычага, ну, вроде понятно, я вот так вот делаю, раз, видите, вот чтобы попасть ногой, то отпускаю, то поднимаю, и устанавливаю таким вот образом. Шаровая новая, кто-то едет ко мне.
Нет, только сейчас вот все пошло. Ха-ха, врать не буду. Пальцами закручиваю. Все. Вот видите, как получается? Вот проблема. А вот это все, это не проблема. Шаровую снизу закрутил. И теперь нужно устанавливать колесо. И вот смотрите, как получается. Вот здесь в резьбе столько мусора, это кошмар. И вот этот мусор желательно бы, конечно, взять, да, убрать с резьбы. Ну, я вот так вот бензинчиком. И потом, конечно, все это продую. И намного легче потом вращать. Я вот это заметил, когда очистил другое колесо. И потом думаю, дай-ка я вот эти вот все резьбы тоже. И это колесо потом раз и легко, видите, легко закручивать, то есть без проблем. А когда оставил нечищенную резьбу, я вращал очень тяжело, от руки просто тяжело закручивалось. А потом взял, очистил, и уже чистая резьба вот так вот от руки закручивалась по полной программе. Вот врать не буду. Сейчас слегка закрутил, и конус попадает чисто на свое место. И слегка, чтобы колесо раз-раз-раз не повредило потом конус другой. Вот так вот. Видите, как я сделал? Слегка. А теперь закручиваю. Опять слегка. Вот слегка вот так вот. Раз. Вот эту гайку я еще не закрутил. Ее я, конечно, буду закручивать. Что тут говорить? Буду закручивать. Но после того, когда уже дам крат в сторону, и теперь можно вот эту вот гайку закручивать так, как нужно. Закрутить по полной программе, если честно говоря. Но вот это колесо нужно вот так вот вывернуть. И теперь я вот сейчас буду крутить и вращать вот таким вот образом. Раз, раз. И гайку закрутил, и вот здесь вот смотрю, не забито ли. Вот для того, чтобы установить вот эту вот заглушку, здесь есть тоже, чтобы установить таким вот образом и защелкнуть. Но перед тем, как защелкнуть, сейчас надо зафиксировать вот таким вот образом. Вот это же место есть. И вот так вот ставлю. И заминаю. С другой стороны тоже нужно замять. Вот я подвел.
все. Я смотрю, там чисто. Все. Ну, это пригодится. Это тоже пригодится. А вдруг пригодится? Всякое бывает. Тоже пригодится. Вот такая хорошая шайба тоже пригодится. В общем, все пригодится. Вот представляете, какую я работу сделал? Всю переднюю подвеску, даже рулевую рейку, все разбирал. Разобрал, проверил, новое установил, и теперь можно еще 10 лет ездить.